Приветики, мои дорогие, мои родные подписчики, гости моего канала, мои дорогие зрители. Спешу поделиться. Пришла ко мне вот такая огромная посылка. Это не сборная, сразу предупреждаю. Это очень интересный товар. Давно на него смотрела. Заказала совсем недавно. И быстро пришло платной службой доставки. Меньше месяца. Распаковывать будем вот отсюда. Вот такой большой пакет. И потихоньку будем вытаскивать и воздух. Так. И полегонечку. Скачевано, но это, в принципе, никому уже не секрет ни для кого. В последнее время стали хорошо упаковывать товары. Видать, это большое количество споров их немножко стало беспокоить. И сейчас я вам покажу, что здесь. Это детальнее мы, конечно, рассмотрим. Ну, скажу, вот такой огромный. Весила посылка больше килограмма. Вот такой огромный наборчик. Уже давно, затянула, чтобы вам было виднее. Так, и давайте же детальнее рассматривать. Огромный кухонный набор. Девочки, тяжеленный какой вообще. Со скидочками, с купончиками я взяла. Будем рассматривать поближе. Какой красивый ментоловый цвет. Силикон. И сейчас будем рассматривать, что здесь ходило. Разная комплектация этих наборов абсолютно. Так, ага, понятно. Вот такое ведрышко. Название не магазина, а именно что это, как набор называется. Конечно, очень прямо сделано, но как всегда, короче, это не важно. Такое ведро. Так. Дальше что было? Давайте с мелкого начнем. Так, наборные ложки мерные в наборе. Так, один миллилитр. И смотрите, как выгодно и удобно. Сейчас я чуть-чуть опущусь ниже. Сейчас, наверное, одену очки, потому что я не все вижу. Секунду. Сейчас покажу вам. Так. Поехали. Так, 1 миллилитр, 1 грамм. 2,5 миллилитра, 5 миллилитров, 7,5 миллилитров. И самая вот эта большая ложечка на 15 миллилитров. Они приравнивают, ну, смотря, конечно, какой продукт. У вас он, конечно, на камере такой яркий. Он чуть-чуть нежнее, чистая мята. Приравнивают 1 миллилитр к грамму. Так, тут для того, чтобы ставить ложки-поварешки, такая силиконовая подставочка. Вот так вот, например, помешали, поставили, красота. Так, поехали дальше. Кулёжу вытащила половник. Все, конечно, я обязательно обработаю, хорошо перемою. Ручки деревянные, сразу говорю. Силикон такой вот тверденький, не сильно мягкий. Я так понимаю, что он термо должен быть устойчивый. Такая поварешка. Ложка-поварешка. Так, дальше. Немножко примялась, но не страшно. Здесь вот такой вот здесь, видимо, пластик вставлен, потому что такое твердое. Лопаточка. Мешаем. Так, дальше. Такой более... Ух ты, какой он тверденький. Вытаскивать можно и картошку фри, и все что угодно. Будет сюда, в эти отверстия, сливаться масло. Отличное. Ну и можно, в принципе, даже, допустим, мясо вытаскивать с бульона. Или еще что-нибудь. Красота. Так, смотрим дальше. Такая лопаточка. Если честно, не знаю для чего. Для чего-то. Не знаю для чего. Поддевать что-то, поднимать, наверное, потому что здесь опять твердое. Видимо, пластик и обделан силиконом. Ну да, скорее всего, что-то вытаскивать со сковородочки. Так, еще одна поварешка.
Только не такая вот здесь, видите, одна глубокая вот эта поварёшка, как половничек. А это чуть-чуть меньший объем. И такая тоже, в принципе, можно все что угодно. Но здесь вообще полет фантазии, размах. Так, еще одна лопатка. Такая, я с девочки, я на него смотрю больше года. А ты думаю, да сколько же можно, в конце концов, что я не зарабатываю, в конце концов, целых $100 за год, правда? Это же можно купить такую поварешку. Так, дальше. Ага, сейчас еще дальше, еще покажу. Еще одна лопатка. Девочки, смотрите, сколько много всяких лопаточек. Такая твердая. Видимо, я же говорю, силиконом обливают пластмассу, потому что вот прям такой твердый, увесистый. Тоже хорошо. Девочки, тяжелая. Так, смотрим дальше. О, вот эта штука вообще такая интересная, вообще супер. Вот будет у меня для картофеля фри. Потому что я фритюрницу брать не буду. Мы редко готовим картофель фри. Я его заморозила, конечно, о чем я покажу специально отдельное видео. На второй канал брошу. Или, на, не знаю, скорее всего. Вот, посмотрите, силикон. Ну, причем, девочки, такой вот он не сильно мягкий. Такой средний мягкости, скажем, жесткости. Ну, такой классный. Вот сюда, в принципе, можно все что угодно. Но это у меня будет чисто для картофеля фри. Так, смотрим дальше. О, помазулька. Такая классная кисть. Классно, девочки, силикон. Мягенький такой. Все дерево, чистое дерево. Не пластик, а именно дерево. Прямо видно, вот как вырезалось. Вот смотрите. Видно, вырезалось для того, чтобы вешать. Только на что вешать, я не знаю. Не знаю, должна быть в наборе была еще... А, вот сейчас покажу. Есть. Так, дальше венчик. Вот смотрите, какой венчик. Венчик сделан тоже. Нет, проволока, девчонки, проволока. Думала, силикон. Нет, проволока, она такая тоненькая. Отличная вещь. Отлично, и в руке очень удобно. Вот у меня крупная рука, держится хорошо. Так, виновник торжества. У меня две или три штуки, из-за чего я заказывала этот набор. Щипцы. Щипцы отдельно покупать тоже невыгодно. Вообще невыгодно покупать отдельно, сразу говорю. Отдельно и по 4, и по $5, и выше. Вот одна такая лопаточка. То есть выгоднее взять набор. Такие щипцы. Я не знаю, что это за металл, конечно. Нержавейка, походу, девочки, 100%. Потому что она такая твердая. Вот смотрите внутри. Это не крашеная, а именно нержавейка. И здесь колесико, да, цеплять. Ну, здорово. Вот эти щипцы я очень хотела. Надо будет немножко, пружинка такая еще не разработана. Вот видите, пружина здесь внутри. Ближе покажу. Вот здесь пружина. То есть, как бы, захватывать что-нибудь не руками, как я это делаю, потом вай-вай, а захватывать что-нибудь. Боже мой, какая красота. Неужели у меня теперь будет счастье? У меня будет. И... без планки, конечно. Но планка это не проблема. Можно приколхозить любую планку, какую хотите. Так, крючки. Я, конечно, дико извиняюсь. А ну, считаем. Все видят. 5 крючков. А набор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 предметов, 5 крючков. Это по-китайски, девчонки. Не, я все равно их люблю. Вот так цепляется. Ну, в принципе, можно подцепить и 2 предмета. Девочки, тут и 3 можно предмета подцепить. А ну, сейчас покажу. Нет, третий тяжеловато. По 2 предмета, видимо, они предусмотрели, я не знаю. А ну, сейчас. Вот так. И сверху щипцы, например. Щипцы вообще лучше, конечно, отдельно. Все, пускай себе висит. Вот так вот крючки держат. И здесь нужна какая-то планка или толстая такая трубочка. И все. И красота. Либо все вот так вот. Сейчас я подниму камеру. Как мы еще можем сделать? Сложили сюда. Так. Так, все вставим.
вами. И все, и оно будет себе спокойненько. У меня, скорее всего, висеть не будет. Ну, может, и будет висеть, не знаю. Все, обработаю кипятком, заодно разгладится вот эта лопатка, что примялась. Так, я вижу, что вам видно. Поэтому я показываю. Вот такой набор, девочки. Ну, не знаю, посмотрим, может быть, крючки мало мне и приколхозит, что-то придумает. Вот такая, девчоночки, у меня была для вас распаковка. Вот такой классный наборчик. Цвета абсолютно любые. Есть сиреневый, есть розовый, есть светло-розовый, есть темно. Ну, в общем, девочки, там очень большой выбор. Заходите, смотрите. Это стоящий набор. Вот эти ложки вообще меня пленили. Такой цвет красивый пластика. И пластик такой хорошего качества. Правда, здорово. Вообще, цвет красивый. Ну, вот это, конечно, силиконовый. У меня есть кафель. Не кафель, как он, забыла, как называется. Стеклянная, во, забыла. И вот сюда оставлять. Ну, и крючки. Вот такой весь набор. Позиций очень много. Этот набор там можно было посмотреть. Там почему-то, я не знаю, продавец либо делал распродажу, либо клиентов привлекал, скорее всего, второе. Потому что такой же самый набор стоил $22. Я его купила за 10 или $11, девочки. Вот эта цена мне понравилась, и я его взяла. Если бы было $20, конечно, я бы его не брала. Потому что я бы ждала бы распродажи. А так за $10 быстро, пока он дал такую цену за товар. Еще и плюс платная, девочки. Ну, нормальный, просто классно. Я ему оставила очень хороший комментарий. Рекомендую, девчонки, потому что мы хозяюшки, и вечно нам не хватает. И сейчас в основном сковородки и кастрюли с антипригаркой. И царапать нельзя, если честно, потому что потом будет все пригорать. Поэтому я взяла вот такой набор. Очень хотела давно. Девочки, давно. Но все-таки решилась. Думаю, сколько той жизни. И решила заказать. Вот такая была у меня для вас распаковочка. Вот такая была у меня для вас новость. Рекомендую. Так что, пожалуйста, присматривайте. Ссылочки оставлю на разных продавцов, потому что у всех разная цена. Но этот продавец я даю просто 100% гарантию. Потому что действительно я отправил быстро, не задерживаясь тут же. Я заказала буквально через 3 часа, моя посылка уже пошла на таможку. Ну, вообще супер. И доставка платная, служба доставки, то есть не идет простой почтой по 2-3 месяца, то и 4. Ну, в общем, и, кстати, в России есть склад. В России, в Испании, в Бельгии и во Франции есть склад вот этого продукта. В общем, красота. Заказывайте. Переходите по ссылочке, смотрите. Кому нравится видео, кому не нравится, лайки, дизлайки, принимаю все. Общаемся, разговариваем, я отвечаю всегда на комментарии абсолютно все. Не церемонясь, потому что, как бы, мне нравится обратная связь со зрителями. Так что, мои хорошие, подписывайтесь, переходите. Очень много интересного, разные абсолютно темы. Касаемся всего, очень много трансляций и всего остального. Переходите, смотрите. Всех жду в гости. Очень рада. Большое спасибо за внимание. Всем пока-пока. Вот такая новость, девочки. Присмотритесь. Пока-пока.